Новороссийск. Сентября 1942 года порт и город Новороссийск были захвачены немецко-фашистскими дивизиями, рвавшимися на юг. Но немцы не стали хозяевами Новороссийска. Наши части, укрепившись на окраинах города в районе цементных заводов, остановили врага. 12 месяцев здесь, на крайней южной точке советско-германского фронта, столько держали оборону воины Красной Армии. Дальше враг не продвинулся ни на шаг. Этот мыс 3 февраля 1943 года неожиданно для врага смело и дерзко высадился десант моряков под командой майора Куникова. С боями овладев малодоступным берегом, куниковцы проложили сюда путь нашим пехотным частям. День за днем бойцы укрепляли отбитую у врага землю. Здесь создавалась целая система дзотов и ходов сообщения. Так мыс Хака, клочок суши в 22 квадратных километра, прозванный Малой Землей, стал опорным пунктом наших войск на западных подступах к Новороссийску. Здесь действовали славные части генерал-майора Лыселидзе. Непрерывными атаками гарнизон Малой Земли расширял свою территорию, не давал покоя врагу. Большой земли на мыс Хака отправлялись подкрепления. С северо-востока в район Новороссийска подходили резервы. Новороссийска начала артиллерия. Батареям дано задание подавить огневые точки на господствующей над городом командной высоте немцев по прозвищу «Сахарная голова». Кинооператоры, вооруженные длиннофокусной оптикой, зафиксировали точные попадания снарядов в укрепление врага. Морем спустились сумерки. На десантных судах ждали наступления темноты. Операции руководят контр-адмирал Холостяков.
Под покровом темноты моряки-десантники должны прорваться в Цемесскую бухту и высадиться на пристанях Новороссийского порта. Где уже шел бой, а в порту продолжали высаживаться отряды моряков. Капитан-лейтенант Василий Батырев. Вместе с Куниковым он первым высаживался на Малой Земле. И сейчас он во главе своего батальона первым ворвался в Новороссийск. Бойцы Батылева захватывали дом за домом, квартал за кварталом, улица за улицей. Цементных заводов наступали бойцы 55-й гвардейской стрелковой дивизии. Одновременно наши части захватили высоты на сухопутных подступах к городу. Судьба Новороссийска была решена. Много месяцев подряд укрепляли немцы Новороссийск. На каждом перекрестке железобетонные доты. Немецкие оккупанты лишили город жизни. В нем не осталось ни одного жителя. Не нашел родного дома краснофлотец Алексей Кулиш. Гитлеровцы взорвали весь квартал. Нет стариков родителей, нет братьев и сестер. Герои малой земли Мысхако. Теперь они на большой земле. Вторая база Черноморского военно-морского флота Новороссийск возвращена родине. Thank you.
16 сентября в 20 часов от имени Родины салютовали героям Новороссийска, столица Москва и боевые корабли Черноморского флота.